паскуджа обстановка. Был только что в центре. Короче, ну, все более-менее целое. Прокуратура разъебана. На город администрации висит кроповский флаг, украинский флаг. Военных много, техника. Я думал сфотографировать, короче, позвал меня. Военный проверил документы. Ну, не грубил, ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Ну, типа, что делать? Говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Пиздец. Честно говоря, уже похуй, под каким флагом жить. Главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может, хоть украинцы смогут.